Добрый день, меня зовут Виктория Ковалева. Про продукт узнала только тогда, когда были очень серьезные проблемы по здоровью. Прошла диагностику, и у меня были очень серьезные проблемы с костями. После перелома бедра у меня потом был перелом третьего позвонка. И я поняла, что если я ничего не буду делать, то, наверное, будет ломаться все. Поэтому стали искать какие-то пути решения вопросов, потому что после операции, как каждый врач говорит, есть претензии к моему, как говорится, вопросу. Претензий нет, операцию сделали, все нормально. Но я понимаю, что не все нормально, потому что каждый врач рассматривает какую-то узкую специализацию в моем организме. А я знаю, что мой организм – это единое целое, и все должно функционировать от клеточки и до кончиков, пальчиков и ножек. И поэтому стали искать продукцию такую, и естественно, что-то новое, что-то более современное. И когда мы услышали, что это продукция 21 века, потому что я знала очень много продуктов, благодаря которым там происходили результаты, но это все уже были более такие компании, ну, скажем так, может быть, устаревшие, может быть, для меня устаревшие, ничего не хочу сказать плохого. Поэтому мы нашли Джанес, и мне порекомендовали самое первое, это Резерв и Ревитаблю. И на этом, как бы, я уже 9-й месяц я это пью, сейчас подключены уже другие продукты, но постепенно моя проблема стала решаться. И я так понимаю, что еще немножко времени поправить здоровье, потом молодеть, хорошеть, и плюс 20, те, которые я хочу получить. Супер, спасибо тебе большое и, конечно, молодости и красоты. Спасибо.